В детском музыкальном театре имени Натальи Сац премьера оперу Леоша Яначика «Похождение лисички-плутовки» режиссер Георгий Исаакян переименовал и превратил в современную мистерию о тяготах жизненного пути. История лисички кажется детской сказкой лишь на первый взгляд. Свою постановку режиссер адресует подросткам, тем, кто только начинает искать свое место в современном мире. Спектакль «Лисичка. Любовь» – первая премьера юбилейного 50-го сезона в театре Натальи Сац. Детская в этой опере только название. Сам сюжет о жизни прекрасный, сложный и загадочный. На афише нет привычной для этого театра маркировки 0+. Смотреть спектакль рекомендуется зрителям от 12 лет и старше. Мне кажется, что один из главных секретов, наверное, этого произведения, произведения таинственного, произведения во многом, мне кажется, неразгаданного, в том, что для каждого человека есть его лисичка. И, собственно, на афише спектакля вот этот вереница мужчин в поисках несуществующей лисички, это и есть один из смыслов этого произведения. Мы все всю жизнь гонимся за ней, мы все всю жизнь пытаемся обрести это счастье, это чудо любви. И мне кажется, что вот один из лейтмотивов этого спектакля – это вот эта вечная охота, вечная погоня за своим счастьем. Это история лисички, которая взрослеет, превращается в красивую девушку, влюбляется, создает семью, а затем погибает. Но в последней сцене зритель вновь видит маленького лисенка. Теперь испытать горечь и радости бытия предстоят детям и внукам главной героини. Цикличность жизни отражена и в декорациях. Главное, хотелось, чтобы это был процесс возникновения на наших глазах, чтобы смена времен года, смена как бы персонажей, да, то есть превращение из животных в людей, из людей в животных, чтобы мы как бы были сопричастны вот с этим, ну, какой-то как, ну, как природа, да, вот она идет, такая цикличность. «Похождение лисички-остроушки» или «Лисички-плутовки» впервые поставили в 1924 году в Барно. Прошел почти целый век, и вот опера, наконец, в Москве. До этого на мировые сцены «Плутовка» поднималась лишь 9 раз. Российская премьера отличается от зарубежных. Исполнительница главной партии Анастасия Лебедюк свой образ искала долго, смотрела записи зарубежных спектаклей. В итоге получилась особенная лиса. Мне хотелось, чтобы она получилась артистичная. Сама натура лиса – это сложная, очень хитрый зверь. Но в то же время женственный, красивый, как настоящая девушка. Комиксы о похождениях лисички-плутовки принесли мировую известность автору Рудольфу Тесноглидеку и вдохновили Яначика на написание оперы. Этим спектаклем театр имени Сац в очередной раз доказал, что любовь понятна всем возрастам. Анастасия Егорова, Алексей Акимов. Новости культуры.